Друзья, я Рик Реннер. 9 апреля вечером пройдет особенное молитвенное собрание, на котором мы будем молиться об исцелении, чудесах, освобождении. Если вам нужно исцеление, или вы знаете того, кто нуждается в этом, то это собрание для вас. Божья сила будет особенно действовать 9 апреля. Я пригласил на это служение своих друзей, известных проповедников, которые будут молиться за вас. И чтобы помочь вам подготовиться, начиная с 12 марта вплоть до 9 апреля, мы будем каждый день присылать вам места Писания об исцелении, свидетельства других людей об исцелении, учение проповедников веры об исцелении. Это поможет вам подготовить свое сердце и принять Божье благословение на этом особом собрании 9 апреля. Вам нужно зарегистрироваться на нашем сайте. Зачем? Регистрация нужна, чтобы мы могли отправлять вам материалы, необходимые для подготовки вашего сердца. Ведь мы хотим, чтобы вы подготовились и приняли все, что Господь желает дать вам. Итак, зарегистрируйтесь сегодня.